Я приветствую вас на канале Аленин Сад, и сегодня у меня пятый день сбор урожая. Не совсем обычный также будет этот сбор урожая, потому что я не буду показывать, что и откуда я собрала. Это все можно посмотреть в моем видео «Мой сад в июле». Там я рассказываю и показываю, как выглядели те растения, с которых я собираю урожай. А сейчас я вам просто покажу эту кучку урожая, которую я собрала. Ну вот такая у нас выросла целая скатерть-самобранка. Огромное количество кабачков, капуста, перец, помидоры, морковь, свекла, мангольд, базилик, укроп. В общем, будем пировать сегодня. И горох! И горох, самое главное забыли. Горох и бобы. В общем, мы очень счастливы и довольны. У нас теперь полным-полно своих собственных продуктов, без использования удобрений и ядохимикатов против насекомых. Все чистое, экологическое, замечательное на вкус, свежее самое главное. Если вам понравился наш урожай, подписывайтесь, ставьте класс. Всего вам доброго и желаем такого же урожая. Да, да, особенно желтых кабачков. И ляли. Да, урожай ляли обязательно.